Наш заказ готов. Нет, да, так быстро? Да, давай посмотрим. На экране должно быть. Твой бургер на месте. А то пришлось его. Мой бургер. Так, это мой хот-дог. Крылышки здесь вкусные, острые. И картошка фри, и картошка по-деревенски. Вот бургеры и картошка, вот фастфуд наш чеченский самый лучший. Вот хорошенький платочек, вот этот хорошенький тоже серый, красивый платочек, и вот на весну. Хороший, да, вот этот расцвет? Да. Mm. Угу. Очень стильная. И цвет такой, да? Ткань легкая. В синем цвете тоже необычно. А цена у него какая? 3800. 3800, да. А вот, кстати, на манекене можно посмотреть, как оно смотрится. Да, сидит. Но то длиннее, да? Хорошенькое. Недорого, 3800. Это тоже хорошенько. Мы тут зашли в магазинчик проспекта Сибаева. Я жду Милану, когда она померит платье, которое выбрала. Разная одежда. Хорошенькая. А сзади проспект. Я с тетей. Только у меня так сидит странно. Такой змеиный принт. Вафельный рукав. Манжет. Длинная, плиссированная. Мы сейчас на Веркасе, и здесь просто необычные красивые платья. Посмотрите, какая красота. Так вот вместе с платком. Очень красиво. И цвет шикарный просто. Я сейчас буду очень много раз говорить очень красивые, очень красивые. Она же будет до щиколоток. Очень хорошенькая юбка. Посмотри, какая прелесть просто. А эта юбка в какую цену? 3800. Такой вот костюмчик, очень красивый. Ткань неофрен. С вышитыми бусинками и стразами. Хорошенькие костюмчики, симпатичные вот тоже. Понимаешь? Поняла, да. Вот это вот юбка. Угу. И вот этот вот. А, это, он, а, это двоечка, да, да, идет с майкой вместе? Можно кинуть. Неплохо. Красиво. Клево смотрится. Да, мне кажется, хорошо. Можно даже светлую юбку, Милан. Но ты хочешь черную, да? Посмотри.
Вот с таким ремнем тоже есть. Может, примерь? Да, померь вот с вот этой вот кофточкой. Так смотрится этот комплект. Юбка плиссированная и красиво. Вот сейчас посмотрим этот топик. Черный.